Друзья, добрый день! Мы рады вас приветствовать на нашем канале ekislorod.ru. Сегодня мы расскажем вам про кислородный концентратор торговой марки Atmung. 3А модель называется. Это классический 3-литровый кислородный концентратор. Вот такая вот упаковка. Упаковка достаточно качественная для транспортировки. Можно отправлять, если недалеко, то даже без обрешетки. То есть такие аппараты доходят, как правило. Внутри пенопласт. Все хорошо проложено здесь. Именно поэтому упаковка неплохая. Итак, вынимаем сам аппарат. Все достаточно защищено здесь. Вес аппарата 20 килограмм. Потребляемая мощность 300 ватт. Уровень шума менее 50 децибел. Аппарат достаточно тихий, небольшой по габаритам. Так, сейчас мы с вами его включим и покажем. Гнездо у него вот с этой стороны. Вставляем и включаем в розетку. Одна кнопка включения. Включили, загорелся экран. 4 минуты сейчас наработка у прибора. Здесь будет отображаться его время. Экран гаснет в обычной работе. Загорается только при включении. Так, это у нас уровень потока кислорода, регулировка. При 3 литрах он дает максимальную концентрацию, до 3 литров. Можно поставить поток и на 5 литров, но уже с потерей концентрации. Увлажнитель. Сюда необходимо будет заливать водичку. Водичку именно дистиллированную, до метки максимум. Выше лить не нужно. Таким вот образом. Здесь заглушка стоит, это, видимо, рассчитано под возможность выхода воздуха для небулайзера компрессорного. Ну, в данной модели его нету. Так, что здесь еще есть? Вот эта кнопочка, таймер. Нажимая ее, можно установить время от 30 минут до 120 минут. Время на засыпание. То есть для тех, кто любит засыпать с этим прибором, можно установить. Вот сейчас он через 30 минут отключится. Ну, как видите, работает достаточно тихо. Выключаем. И сейчас я покажу вам здесь, как и где находятся фильтра. Здесь есть два фильтра грубой очистки. Находятся они вот здесь. Вот один. По мере загрязнения мы просто достаем, стираем эту пластинку и ставим ее обратно, предварительно высушив. И вторую то же самое. Как видите, забор воздуха идет именно снизу, поэтому лучше всего, если вы поставите его не на сам пол, а на какую-то подставку, то есть на какой-то щит, чтобы он стоял чуточку выше и не засасывал именно самый пыльный воздух снизу. Так, и есть фильтра тонкой очистки. Они находятся вот здесь. Для этого нужно взять крестообразную отвертку, открутить два винтика и поменять. В комплекте они есть. То есть поменять вот такой вот фильтр
и вот такой. Находятся они здесь. Это нужно сделать примерно через 2500-3000 часов работы прибора. Фильтры грубой очистки также есть запасные, обратите внимание. В комплекте есть еще пульт дистанционного управления. И паспорт на русском языке. Одна конюля на 2 метра также в комплекте. Прибор выпускается этот уже более 15 лет. И, в общем-то, он работает хорошо. Нареканий именно на эту модель практически не было за всю нашу историю. Поэтому, кто рассматривает для себя аппарат на 3 литра, вполне можно рассмотреть вот именно модель торговой марки Atmung. Он работает тише, чем Армет, и компактнее, чем Армет. Поэтому для кого-то это, возможно, будет преимуществом. Вот. Обращайтесь в наши магазины Гоголя 42, Ватутина 12. Также у нас есть доставка по всей России. Ждем вас.